Депутат Сената парламента Республики Казахстан от области Абай Кайрат Тастикеев провел встречу с депутатами Маслихата Аксуатского и Кокпиктинского районов, а также с местным населением. Главная цель – поговорить с жителями и ознакомиться с ситуацией в регионе. Народный избранник провел встречу с депутатами Маслихата Аксуатского и Кокпиктинского районов, а также с местным населением. На встрече жители озвучили свои вопросы и предложения. Очевидно, сельчанам есть что сказать. В последние годы в регионе спрос на кобыли, молоко и мясо вырос. Население просит рассмотреть вопрос субсидирования содержания лошадей. Вчера был в Аксуатском районе, встретился с депутатами Маслихата и населением. Вопросы, о которых мы говорили при встрече с населением, связаны с пунктами госзакупок. В целом вопросы касаются несвоевременного освоения бюджетных средств. В Аксуате есть священные места, например, комплекс Еликесазы, которые хотят посетить многие. Однако дорога между городом и районом поизносилась. Недовольные состоянием дороги аксуатовцы попросили сенатора акцентировать внимание на эту проблему. Жители Кокпекте, в свою очередь, подняли вопрос о необходимости ремонта поликлиники и об устаревшем пожарном транспорте. Вопрос о завершении строительства дороги Майкапшага и ремонт поликлиники в нашем районе. Волнующие вас проблемы будут озвучены в парламенте и решены. Так сказал депутат Сената парламента от области Абай Кайрат Тастикеев. Талшын Шакыртхан, Азерке Мурат Кали, Азижан Бисингазинов, телеканал «Семей».